Как давно у меня не было разговорных видео. Мне кажется, я совсем забыла, как это делать. Всем привет! С вами Нелли. За 2021 год я заметила, что гораздо меньше делилась своими мыслями, своими переживаниями, что в блоге, что на канале. Поэтому я решила начать 2022 год немного иначе. С такого немного личного видео про 2021 год. Вчера я планировала написать себе небольшой бриф, чтобы не забыть о том, о чем я хочу поговорить. Мой небольшой бриф. Получилось целое сочинение. Еще у меня очень красивый желтый блокнот. И, скорее всего, это будет довольно долгое видео, поэтому присаживайтесь поудобнее. Я заварила себе кофе, и, наверное, мы можем начинать. За окном еще хлопьями падает снег, это очень красиво. Я не знаю, зачем существует ручка, если я пью вот так. Я попросила задать вас вопросы в Инстаграме. На основе этих вопросов я разделила свои темы на некоторые топики, которые были для меня самыми значимыми в 2021 году. Самая первая тема, с которой я хочу начать, это тема Америки, потому что в этом году я закончила свой первый год в Америке, 10 класс, и поступила в 11. И я особо так никогда и не рассказывала про свой вот этот вот самый первый опыт. Я снимала видео об этом в мае, но оно так и не вышло. Я проснулась в 3 утра, потому что мне приснился кошмар про крыс. Я пошла на улицу, тоже заварила себе кофе, начала снимать видео, но почему-то я его не выложила. И вот это как раз тоже еще одна проблема, что у меня было очень много видео как раз с мыслями, переживаниями, но я их не выкладывала, потому что думала то, что нужен экшен, нужна такая динамика, нужны влоги, нужны путешествия. И как-то я отошла от своего любимого формата, когда ты просто садишься перед камерой и разговариваешь, вдохновляешь людей и делишься тем, ради чего люди здесь. Поэтому я хочу рассказать про свой первый опыт в Америке. Из-за коронавируса мой первый год в Америке начался онлайн, поэтому практически весь сентябрь и октябрь я просидела на онлайн-обучении, но мне очень хотелось поехать уже наконец-то. И вот 20 октября 2020 года, казалось, это было так недавно, мы всей моей семьей, моей бабушки с дедушкой, мои родители, мы все поехали в аэропорт провожать меня. Было очень много слез. У меня была пересадка в Стамбуле, 9 часов. Я там сидела и рыдала. С одной стороны, мне очень хотелось поехать, но с другой стороны, я понимала, что это абсолютно новая страна, это английский язык, я никогда раньше даже не была в языковых лагерях, а здесь я буду учиться на английском языке полностью. Мне было очень страшно, что я не найду друзей, что я ни с кем не подружусь, что я вообще пойму, что фильм это не мое, что я не талантлива. Было очень много мыслей в голове, и мне кажется, это абсолютно ожидаемо. Еще одна из моих лучших подруг написала мне песню, замечательную песню, как раз про то, что расстояние абсолютно не важно, мы все еще останемся друзьями. И я сидела в этом стамбульском аэропорту, слушала эту песню, плакала, понимала, насколько я люблю своих друзей, насколько я люблю свою семью. И как же тяжело мне уезжать. На тот момент мне было 15 лет. И вот я прилетаю, и у меня такие смешанные эмоции. Я не понимаю, что я чувствую. Я рада быть здесь, я не рада. И тогда еще был ковид, мы носили маски. У нас все еще все было онлайн. Мы не могли кушать в столовой. Было очень много правил, мы не могли обниматься. Даже на улицах нужно было носить маски. И мои соседки Беллы, мои нынешние замечательные соседки, с кем мы планировали с самого начала быть соседками, она не смогла приехать из-за визы. Поэтому первый месяц я жила одна. А потом мы начали жить вместе с другой девочкой, и это был ужасный опыт в моей жизни. Единственное, наверное, что я хочу сказать, это что у нее был нож в подушке, и что она закатывала мне очень много разных истерик. И так получалось, что я любила проводить время в кофейне. Я сидела там, разговаривала с бариста, и мне просто не хотелось возвращаться в комнату. И это было так ужасно, потому что одно из самых главных мест, вообще, мне кажется, в жизни человека, это его комната, его личное пространство, место, куда он должен приходить, чувствовать комфорт. А я приходила, я чувствовала некий страх, я чувствовала, что мне сейчас опять могут закатить истерику на любом фоне, поэтому я старалась просто не появляться в комнате. И эти 2 месяца были очень тяжелыми, я каждый божий день считала дни, когда я уже поеду домой на зимние каникулы. Наконец-то это свершилось, я была безумно счастлива. У меня 15 декабря день рождения, вернулась домой я 18 декабря, и мы с моими друзьями пошли праздновать мой день рождения. Я заметила по возвращению, что у меня очень испортилась самооценка. Не скажу, что она когда-либо была на довольно высоком уровне, но в тот момент она была просто на дне. Я помню, что вот мы сидим на моем дне рождения, я сижу рядом со своей близкой подругой Машей, и у меня столько мыслей в голове, столько мыслей, что я недостаточно хороша, что у меня лишний вес, что у меня очень много прыщей на лице. И она в какой-то момент начинает просто говорить мне комплименты, что я прекрасна, что я красивая. Никогда не забывай. Фото в альбомах. Не кажется, ты тысячу раз. Я слишком люблю. В каждом моем мысли ты видишь, снова в бессмысленном поиске глаз.
всё, или что там? Всё, смотрите, пожалуйста. Нелли, ё-моё, я тебе сказала, секс-бомба. И тогда я словно разговаривала с зеркалом, и это те слова, которые я бы хотела себе сказать. В тот момент, в феврале, я уехала обратно на второй семестр, и он тоже был очень смутный. Безусловно, мы начали работать. Я работала на проектах, это был невероятный опыт, и я поговорю об этом чуть позже. Но сам семестр был довольно тяжелый, и я уехала на месяц раньше, чем закончился мой учебный год. Я уехала в конце апреля и не сказала об этом своим друзьям. Я подошла к их школе вместе с кофе. Вот это было действительно хорошее воспоминание 2021 года, потому что они думали, что я еще в школе и приеду вообще только в июне. Я ходила в школе одновременно к двум психологам. В один момент на саундстейдже у меня просто случилась некая истерика, я начала плакать, и глава нашего факультета, она попросила мою одноклассницу пойти вместе со мной. И мы просто пошли к психологу, она меня оставила там, я плакала, я даже не понимала, почему, какая причина. Это было скопление просто всех чувств вместе, скопление того, что я нахожусь в другой стране, я не знаю, есть ли у меня здесь настоящие друзья, потому что на тот момент у меня не было никого в школе близкого, кого я вот прям могу назвать другом. То есть, да, безусловно, были люди, с кем мы общались, но не было друзей. Тогда еще в моей школе случился протест на фоне сексуального насилия на кампусе. Из-за этого были терки между учителями, были терки между учениками. Было очень тяжело чувствовать вот эту вот некую атмосферу незащищенности. У нас еще тогда была в комнате крыса. Мы не спали до 2 утра, пытаясь ее найти, как-то вытурить из нашей комнаты. Тогда у меня был конфликт с одним человеком, который сказал мне очень много неприятных слов. Было так много всего сразу, что мне просто хотелось вернуться в свою комфортную зону. И вот в конце августа я возвращаюсь обратно в Америку, начинаю учиться 11 класс, и это все было по-другому. Меня очень легко пробить на слезы, как вы видите, зато вы знаете, что я говорю правду. То, насколько комфортно я себя сейчас там ощущаю, это не описать словами. Первое, наверное, что хочу отметить, это то, что мне кажется, я обрела свой стиль в одежде. Я смотрела на девушек в Пинтересте, мне также хотелось сочетать вещи, мне также хотелось находить вот эту вот цветовую гамму, но у меня никогда этого не получалось. Мне не прослеживался один и тот же стиль в одежде. Я получала очень много комплиментов касательно моей одежды в этом году, и мне самой начало нравиться свое отражение в зеркале. Это было очень интересно, потому что такого со мной никогда не случалось. А также, мне кажется, я перестала пытаться доказать другим, что я что-то умею. И вот этот вот семестр я жила без ощущения, что я должна что-то кому-то доказать, что я должна показать, что я могу. Также у меня там появились люди, которых я могу назвать своими друзьями. Но самое главное, что, мне кажется, я научилась там делать, за что я очень благодарна опыту с Америкой, я научилась быть одна. И поняла, насколько это важно уметь быть одной и при этом находиться в гармонии с собой. За этот год я впервые попробовала опыт жизни с кем-то. До этого у меня никогда не было такого опыта, только если с братом или сестрой в комнате. Но здесь я жила абсолютно с другим человеком. И я хочу сказать, что мне очень повезло с соседкой. У нас разные характеры, мы выросли абсолютно в разных странах. Она из Бразилии, в абсолютно разных семьях, в абсолютно разном менталитете. Но при этом мы вместе ведем разговоры в 2 часа ночи про налоги в Бразилии. И просто не спим до утра, разговаривая. И я это очень ценю. Я очень люблю разговаривать со своими друзьями. Я очень люблю людей с большим кругозором. А Белла, она именно такая. У нее очень большой кругозор, она много читает. И я от нее узнаю что-то новое из других сфер, из музыки, например. Я очень много теперь знаю про культуру Бразилии. И вообще, это так интересно учиться с ребятами со всего мира, потому что ты узнаешь перспективу, о которой ты раньше никогда не думал. Мы познакомились с ней в Зуме, когда у нас началась школа, и я сразу почувствовала, что это человек, с которым я хочу жить. И мы пытались найти нашу старую переписку в WhatsApp, где я пишу: «Слушай, мы знакомы с тобой сколько? 5 минут? Не хочешь быть моей соседкой?» Она такая: «А, да, конечно». Оказалось, что у нас один и тот же любимый сериал, оказалось, что мы слушаем похожую музыку. Были точки соприкосновения в самом начале, но я просто почувствовала от нее вот этот вот комфорт, энергию, уюта и безопасности. Две самые главные вещи, которые я поняла при жизни с другим человеком. Первое — это всегда нужно разговаривать. Если тебя что-то не устраивает в вашей совместной жизни, скажи об этом. Потому что у нас был такой опыт, что мы о каких-то обидах не говорили по 3 месяца, а потом в одну ночь мы просто такие: «А знаешь, я на самом деле думала вот так, а я тоже...»
И оказалось, что все абсолютно не так, как мы себе это представили, потому что я в своем случае додумала за Беллу, а Белла додумала за меня. И второе — это то, что ты должен научиться принимать вещи, которые отличны от твоих привычек, и пытаться не изменить другого человека. Потому что пока человек сам не захочет измениться, он никогда не изменится, и ты либо его принимаешь, либо нет. И в этом году я научилась принимать очень много вещей, которые мне были непонятны, которые мне были раньше незнакомы. И мне кажется, что благодаря этому мы просто замечательно живем вместе. Вот я через 5 дней возвращаюсь обратно, и мы снова будем готовить вафли в 2 часа ночи. Мы купили себе вафельницу. Мы вместе были соседками в прошлом году, и в этом году мы снова попросили быть соседками вместе. Так что я живу с Беллой уже 2-й год, получается. Мне очень повезло с невероятно талантливым человеком рядом с собой, который меня вдохновляет, который мне помогает с моими работами. Но того, чего мне не хватает при жизни с другим человеком, это личного пространства. Мы живем в одной комнате. Иногда просто хочется остаться наедине с собой и поплакать. Несмотря на то, что у нас замечательный уровень доверия с Беллой, я без проблем могу поплакать при ней, но это другое, это то, когда ты не чувствуешь, словно с тобой кто-то наблюдает. Недавно я смотрела фильм «Старый немецкий, небо над Берлином», и там была одна фраза про то, что мы мыслим, как будто бы нас кто-то подслушивает. И мне кажется, это то, что ты чувствуешь, когда ты хочешь побыть наедине, но при этом кто-то есть рядом. То есть ты пытаешься выстраивать свои предложения, ты пытаешься обходить каких-то острых тем, хотя ты понимаешь, что это диалог, который ведется сейчас у тебя в твоей голове, и его никто не слышит. Поэтому я просто забираюсь в ванной на 2 часа в наушниках каждый день. Касательно университета, я думала о том, что очень хочу жить в квартире, не в общежитии. Вообще, про умение быть одной, у меня есть идеальное утро, которое может сделать весь мой день. У нас было разное расписание, и у меня есть некоторые дни, когда мой первый урок начинается в 10 часов утра. Это история США. Я просыпаюсь где-то около 8, иду в душ, включаю музыку, красуюсь перед зеркалом очень много времени, надеваю наушники, спускаюсь в кофейню. На кампусе никого нет, потому что в основном у всех уроки начинаются в 8:30. Беру латте с карамельным сиропом, и у меня есть несколько любимых мест, где стоит стол, и его окружают деревья. Я иду, сажусь туда и читаю книгу. И потом иду на историю. Это мое идеальное утро, и у меня очень много дней проходит вот так. Это для меня как медитация. Когда ты слышишь свои мысли, когда ты задаешь себе какой-то настрой на день. Также я очень люблю выезжать по выходным одна в город, особенно в воскресенье утром. Городок, где я живу, у нас очень маленький, там живет меньше 3000 человек. Но несмотря на это, там есть одна замечательная кофейня, которая называется «Подсолнух». И сзади этой кофейни словно есть небольшой парк, где выставлены столики для пикника. И я люблю заказывать там бейгл с беконом, брать тоже карамельный кофе и садиться в этом небольшом парке читать книгу. Я это называю свидание с собой. Дальше мы, наверное, перейдем к блоку фильмов и проектов. Хочу рассказать, наверное, о своем самом большом открытии в этом году. Это операторское искусство. Как-то раз я уже затрагивала эту тему и говорила, что на съемочной площадке всегда самой страшной профессией для меня был оператор. Потому что я смотрела на эту камеру с большим количеством кнопочек, и я не понимала, что, как, к чему, как менять линзу, что делать, как выстраивать композицию, как сделать так, чтобы руки не тряслись. Поэтому все мои первые проекты, а их было штук 6, снимала Маша, потому что я ей полностью в этом доверяла, я вручала ей камеру, говорю: «Маша, я это не трогаю, сама тыкаешь, я могу сказать, что нужно делать, я это трогать не буду». Я была довольна ее работой, мне никогда не хотелось трогать камеру, я вообще никогда не рассматривала операторское искусство как профессию для себя, и получается, я приехала в 10 классе, и первым моим проектом, на котором я работала, был фильм 11-классника, я была художником-постановщиком. Это были мои первые съемки, вообще какие-то такие более профессиональные, несмотря на то, что это студенческий фильм. Съемки у нас все равно были профессиональные, снимали на большую камеру, Blackmagic, Ursa Mini. Мы вставали в 7 утра, снимали по 13 часов. Я в очередной раз поняла, что это точно то направление, которое я хочу выбрать для своей жизни. И пару недель спустя меня зовут в кабинет к одной из моих учительниц, и там сидит моя одноклассница Афина. Она на тот момент была в 11 классе, и у меня моя учительница Каталина спрашивает: «Нелли, не хочешь быть оператором фильма «Афины»?» И это были те слова, которые я больше всего боялась услышать, потому что я представляла, что вдруг меня спросят быть оператором чего-то фильма, а что я отвечу? Я же ничего не умею. Но исходя из побуждения, что я была новым студентом, что мне нужен опыт, мне нужно показать себя, я еще не успела об этом подумать, но мой мозг такой: «Да, хочу, хочу, 100%, да, я буду оператором». Я не представляла абсолютно ничего, как делать. Я, во-первых, не знала, что такое раскадровка, как это рисовать раскадровку, как это вообще создается. И у нас прошло несколько встреч с Афиной касательно раскадровки, касательно сценария. И это была любовь.
Соседка Афины была девочка по имени Мия, которая на тот момент училась в 12 классе, и она снимала уже выпускной фильм. Ее предыдущего оператора отправили на карантин, и она искала замену. И Афина мне по секрету сказала, что она рассматривает меня как ее нового оператора, и в тот момент я настолько воодушевилась этой идеей, что я просто постоянно была в окружении Мии, в ожидании, когда же она у меня наконец-то это спросит. И в итоге Мия меня ни разу не спросила. Я думала, ладно, видимо, она нашла кого-то другого. А потом на собрании нашего факультета глава нашего департамента просто при всех объявляет, что теперь этот фильм снимаю я. Я стояла такая, хорошо, отлично, классно. А фильм «Афина» и фильм «Мии» был на одной неделе. Я просто помню, как мы делали раскадровку «Афины» на саундстейдже, а раскадровка «Мии» была в общежитии. Я буквально бегала между двумя локациями, снимала сначала в одном месте, потом в другом месте. И мы снимали как раз на большую камеру Blackmagic Ursa Mini. Я читала все 200 страниц инструкции. Я показывала нашему учителю Джеймсу, что я знаю, на какие кнопочки нажимать, что мне можно доверить эту камеру. И тогда моя соседка Белла также искала себе оператора. Белла тоже была в 11 классе. И как-то я никогда не предлагала свою кандидатуру, несмотря на то, что я уже была утверждена на фильме «Афина» и «Мии» как оператор, я не предлагала свою кандидатуру Белле, потому что все еще была не уверена в том, что я делаю. И вот Белла несколько недель ломала голову, кто же может быть моим оператором. И как-то мы сидим в комнате, и она смотрит на меня, знаете, как сцена из фильма. «А почему ты не можешь снимать мой фильм?» Я думаю, Ты меня никогда не спрашивала? И она начинает на меня наезжать, а почему ты не предложила свою кандидатуру? Конечно, Нелли, ты сможешь его снять. И таким образом я стала оператором Беллы третьего фильма. То есть у меня было 3 фильма в одном семестре. 2 фильма 11-классниц и 1 фильм 12-классницы. Я и камера. У нас такая любовь сложилась. Это были 3 абсолютно разных опыта. Безусловно, сейчас я бы сделала все по-другому. Но я довольна своей работой. Эти фильмы в дальнейшем были номинированы на различных фестивалях, где судьями являлись Йен Сомерхолдер, Кристиан Стюарт, Джон Ледженд. И как раз фильм моей соседки Беллы был выбран на самый большой студенческий фестиваль в мире и показан в кинотеатре на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Я поехала туда вместе с Беллой как оператор. И вообще у Беллы фильм добился довольно значительного успеха. Его показывали на огромном количестве фестивалях в разных странах. Его даже показывали в Санкт-Петербурге. Ей прислали реальную, настоящую награду. Это так вдохновляюще, ребята! Это так круто! И помимо своих личных ощущений, когда вот такое вот происходит, ты понимаешь, что делаешь все не зря. Также небольшое отступление сделаю касательно Нью-Йорка. Если вы подписаны на меня довольно давно, то можете знать, что на протяжении нескольких лет у меня была мечта съездить в Нью-Йорк. Я работала официанткой, я оплатила свой билет, я оплатила свою визу. И мы с моей мамой съездили в Нью-Йорк. На тот момент мне было 14 лет. Я очень разочаровалась в городе. Он абсолютно не оправдал моих ожиданий. И в этом году, вновь осенью, 2 года спустя, мы поехали на фестиваль в Нью-Йорке. И я посмотрела на город абсолютно по другим углом. Это, безусловно, город, который подойдет не каждому, но помимо этого я считаю, что есть определенное время, когда ты можешь быть готов к нему. И я чувствовала себя там так комфортно. Я шла по улице, смотрела на здания, смотрела на людей, наблюдала. И я думала о том, что как я себя сейчас чувствую, словно я живу здесь. Ко мне подходит моя учительница Каталина и говорит то, что Нелли, ты сейчас так с ними со всеми слилась, ты выглядишь как житель города. А я как раз об этом думала сейчас. Я думаю, вау, невероятно, как моя энергия излучает то же самое, о чем я думаю. Поэтому мы с Амирой на весенние каникулы, которые будут в марте, едем на 2 недели в Нью-Йорк, потому что я поняла, что хочу учиться там. Поэтому я подаю в большинство университетов в Нью-Йорке. И возвращаясь к проектам. В этом году я снимаю выпускной фильм Беллы. И также я еще снимаю фильм Амиры. Также интересное наблюдение, когда я приехала на вот эти вот зимние каникулы первые несколько дней. Первое, это у меня был джетлаг. А второе, я скучала. Это было то, чего я абсолютно не ожидала. Я скучала по нашей горе, я скучала по природе, я скучала по ребятам, я скучала по работе. Еще одно из главных событий, которое произошло в этом году. Я сняла 2 фильма. Первый фильм, который я сняла, из-за того, что я вернулась на месяц раньше. Это был мой итоговый фильм за 10 класс. Я снимала его в Казани со своими друзьями. Мы просто арендовали ту же самую камеру Урсу. Мы арендовали Boom, Zoom и снимали фильм в лесу. То есть у меня не было так такового опыта съемки у нас там в Америке. Этой осенью я сняла в Америке свой первый фильм. Фильм рассказывает про очень важного для меня человека. Он сейчас еще находится на стадии постпродакшена. Я буду отправлять его на различные фестивали. Я хочу поговорить об этом опыте. Мой первый опыт серьезный, как режиссера с командой. Наверное, хочу начать с того, что самое безумное, что есть, наверное, в создании фильмов, это когда ты придумал идею, а спустя время ты видишь ее реализацию, словно это все напечатали на 3D-принтере. И это так безумно, осознание того, что это твой мир, который ты сам создал. И это было так интересно, как, будучи режиссером, все подходят к тебе и спрашивают, Нелли, достаточно ли крови у него на лице? Нелли, нравится ли тебе этот лунный свет? И мне понравилось чувство того,
что я настолько знала свою историю, я настолько прописала своих персонажей, я знала, о чем я рассказываю, я могла ответить на любой вопрос. Нужна ли мне искусственная паутина на окно или не нужна? Если нужна, то как она помогает истории? И я выбрала себе замечательных актеров, которые, несмотря на то, что я знала, что это все фейк, это все не настоящее, стены здесь покрашены, лестница не настоящая, я знаю, что мы это все принесли из контейнера на улице и построили здесь. Но мы провели настолько потрясающую работу с актерами, что они построили отношения, в которые я поверила. И до съемок у нас была с ними репетиция, только мы втроем. Я плакать хотела. Правда. Потому что я поверила в то, что они мне показали, несмотря на то, что я сама писала сценарий. Я знаю, что все эти слова мной написаны. Но самое невероятное, это когда после первого дубля ко мне подошло 5 человек и сказали, что у них мурашки. Что хочу сказать про себя и сценарии. Мне нравится писать сценарии. Я вообще обожаю писать. Но я люблю писать более в литературном стиле, как главы книг, как проза. Со сценариями мне пока немного туго именно в плане стилистики сценариев. Просто она мне не совсем близка, потому что в сценариях ты пишешь все быстро, четко, просто, а я люблю расписывать сложно сочиненные предложения. И, к сожалению, меня немного сценарии в этом моменте ограничивают. Также в этом году у меня был первый большой проект. Я ездила его снимать в Амстердам для международной компании. И очень много всего пошло не по плану. Просто, наверное, все, что могло пойти не по плану, пошло не по плану. Этот опыт очень сильно меня взрастил как личность. И был один такой момент, когда у нас сломалась камера, мы приехали в место, где мы арендовали оборудование, и нам звонят, говорят, что нужно ехать обратно, ля-ля-ля. И я выхожу на улице идет ливень, я смотрю наверх, у меня слезы. Я думаю, что делать? Я одна здесь, у меня нет никого. Я смотрю наверх и понимаю, что сейчас как бы эта ситуация не изменится, если я не возьму ее в руки. Я беру все силы в кулак, разворачиваюсь, и мы едем обратно все снимать, мы все сняли. А потом оказалось, что карточка была сломана, удалились файлы, их потом восстанавливали. А еще у нас там забрали 200 тысяч, которые надо было выводить. И находясь в Горно-Алтайске, я созванилась с Амстердамом и думала, ребята, нам нужны эти 250, что ли, тысяч. Это был мой первый проект, за которые я заработала 1000 евро. Это были мои первые такие вот большие деньги. Также в 2021 году мы сняли 2 клипа. У меня дома жило 22 человека на протяжении 2 дней. У нас украли генератор. И мои деньги с Амстердама, которые я заработала, пошли на оплату генератора. Кстати, касательно Нью-Йорка. Кинотеатр, в котором показывали фильм Беллы, мы с мамой ходили туда в мой первый приезд в Нью-Йорк и смотрели «Зомбилэнд 2». 2 года спустя, октябрь, мы идем смотреть туда фильм и видим наши имена в титрах. Жизнь интересная штука. Я разговаривала так долго, что у меня разрядилась камера, на улице уже село солнце, поэтому довольствуемся лампами. Хотела еще поделиться одним важным событием, которое произошло в этом году. Летом 2018 года я познакомилась в интернете с одним человеком, который очень сильно повлиял на мою жизнь, и мы стали лучшими друзьями, но никогда друг друга не видели. И в 2021 году я заработала свои самые первые деньги с Ютуба и купила билет в Горно-Алтайск. И 3 года со дня нашей дружбы мы отмечали вместе, пили кофе и ели эклер. И дружба с Миленой, наш пример на протяжении 3 лет, очень сильно помог мне при переезде в Америку. У меня отсутствовал страх потери друзей, потому что я знала, что если оба человека хотят продолжить эту дружбу, неважно, где вы будете, неважно, сколько вы общаетесь, вы будете продолжать эту дружбу, она будет меняться, она будет расти. Когда я ее встретила, у меня было ощущение, словно она всегда была реальна. Мы сидели рядом, и да, безусловно, первая реакция — это шок, потому что вот вы 3 года созваниваетесь, переписываетесь, а сейчас сидите рядом. Но дальше это чувство испарилось, и я смотрела на Милену и разговаривала с ней, как будто бы я всегда читала ее сообщения ее голосом. И эти 11 дней очень сильно повлияли, как мне кажется, на нашу дружбу. На мой взгляд, она стала в разы крепче. И это была как такая небольшая проверка дружбы, потому что, да, в интернете вы можете быть одними, а здесь, живя 11 дней вместе, тяжело притворяться. И я убедилась, что это мой лучший друг, это человек, с кем я хочу вместе идти по жизни, с кем хочу выполнять общие цели. И это та дружба, когда вы вместе растете. И это то, что я очень ценю, когда вместе люди узнают о себе что-то новое, и как бы, в принципе, для этого отношения нужны, чтобы ты узнавал через другого что-то о себе, своего тела. Да, Милен? Я как раз о тебе, кстати, говорил. Можешь сказать что-нибудь? Ой, такая честь. Привет, гайз! Как у вас настроение? Надеюсь, нормально. Я все сказала. Еще хочу поговорить про любовь к себе. Я пыталась несколько раз начать заниматься спортом. После того, как я начала ходить в зал, я не могла спокойно есть какую-то еду, зная, что она калорийная, зная, что она жирная, потому что у меня было чувство, словно после этого я должна отработать. Да вообще, в принципе, любую еду. Я очень быстро хотела результат. И у меня никогда не было баланса между едой, между спортом. Мы даже с Беллой и Амирой начинали бегать по утрам. Но это как-то долго тоже не продлилось. И последнюю неделю я провела в Турции и каждый день ходила в спортзал, но при этом
этом также я продолжала есть, например, то же самое мороженое. И я заметила, что у меня абсолютно было другое отношение. Оно было здоровым. Мне очень нравится цитата Оскара Уайльда: «Любовь к себе — это роман, который длится всю жизнь». Очень много было принятия себя в этом году. Знаете, когда я просто стояла перед зеркалом, рассматривала свое тело, свои губы, свои волосы, свои глаза, с таких маленьких шажков и начинается любовь к себе, когда ты ценишь свое время, когда ты ценишь свои интересы, когда ты уделяешь время тому, что тебе лично нравится, то, мне кажется, тогда и начинает взращиваться самооценка. Пару дней назад я стояла у моря в Турции во время сильного ливня, на улице гремел гром, сверкала молния, и в тот момент я для себя, наверное, что-то поняла, что я могу вдохновлять, что я хочу делиться своими историями с миром. Поэтому, наверное, я записываю это видео. Я только что поняла, что я сегодня ничего не ела. Время 5. Первый семестр, кстати, был невероятно тяжело в плане английского. Меня не гнобили за акцент, но при этом я очень боялась совершить ошибку, особенно когда я была рядом с русскими, потому что мне казалось, что в нашей школе так преподают английский, что ты настолько идеально знаешь правила, что, например, ты сейчас перепутаешь present perfect и future simple, я не знаю, и тебя за это загнобят. И я в разы меньше говорила в первом семестре вообще с людьми. Но сейчас, благодаря практике, английский мой улучшился, я спокойно понимаю людей, я спокойно могу ответить, но до сих пор есть этот вот страх ошибки грамматической, вообще, в принципе, забыть слова при разговоре. Но если бы я боялась страха ошибки и вообще не разговаривала, мой английский бы никак не изменился. Еще хотела бы поговорить про книги, потому что в этом году я начала очень много читать. Для меня всегда книга была лучшим подарком. Из последнего, что мне понравилось, это был сборник рассказов Жан-Поль Сартра, «Стена» называется. И также я еще читала «Скорбь сатаны» Марии Карелли. Мне, во-первых, очень нравится биография самой Марии Карелли. И сюжет очень интересный у «Скорби сатаны», но мне не понравилась концовка. Я, видимо, себе абсолютно по-другому это представила, но вот первые 300, наверное, 350 страниц книги замечательные, отличные, держат в напряжении. Я думала, что весь сюжет подведет к немного иному итогу, но это уже лично такие мои ожидания. Также сейчас я читаю просто замечательную книгу Иранга Стоуна «Жажда жизни». Это биография великого художника Винсента Ван Гога. Но также на этот год у меня очень много книг. У меня тут есть Артур Хейли «Аэропорт», Альберт Камю «Посторонний», Франц Кафка «Процесс». Мне это, кстати, подарила Элина, она мне также подарила Жан-Поль Сартра. И вообще у нас постоянно идет обмен книгами. Вот мне еще мама подарила «Герои книг на приеме у психотерапевта». Еще у меня в Америке лежит «Психология для сценаристов», а потом еще сборник писем Ван Гога к его брату Тео. Также я хотела бы поговорить про музыку и фильмы. Начну, наверное, с кино. Уэс Андерсон. У меня никогда не было любви к Уэсу Андерсону. У нас были очень сложные с ним отношения. Я пыталась смотреть его фильмы, но мне никогда не нравился его стиль. Для меня это было слишком пестро, слишком просто. И в 21 году я дала ему второй шанс. Сразу скажу, что последний его фильм «Французский вестник» мне не понравился, но «Семейка Тененбаум» и «Королевство полной луны» — это был полный восторг. Поэтому, наверное, из рекомендаций по фильмам я бы предложила вам посмотреть Уэса Андерсона и его старые работы. В завершении, наверное, я хочу поговорить немного про музыку. Первые два альбома, которые я слушала, это альбомы моих близких друзей. Он у меня даже есть на диске. Это альбом моей подруги Алисы. И второй альбом — это альбом моего друга Шухрата. Также новым открытием были вот эти вот замечательные ребята. Также я вновь открыла для себя Рула. Я слушаю Рула уже 4-й год. Мы с ним практически ровесники, и мне кажется, за счет этого мне очень знакомо то, о чем он поет в своих песнях, и поэтому я чувствую их в разы больше. И на этом было, наверное, все. Я надеюсь, что кто-нибудь досмотрел это до конца. И также надеюсь, что мы стали ближе. Так что всех люблю, целую, пока! Очень хочу под эту песню станцевать на свадьбе, если она у меня когда-нибудь будет. Под эту песню я тоже хочу станцевать на своей свадьбе. Всем пока!